Хезболла атаковала резиденцию Нетаньяху в Кесарии. В результате атаки беспилотников, запущенных с территории Ливана, был поврежден дом премьер-министра Израиля. Об этом сообщает канцелярия Нетаньяху, уточняя, пострадавших нет, ни премьер-министра, ни его супруги Сары дома не было. Цахал информирует, было выпущено 3 дрона, из них 2 сбиты, 3-й достиг цели, врезался в здание. Результаты повреждений пока не уточняются. Предполагается, что за атакой стоит Хезболла. Портал Ynet пишет, после инцидента Израиль повысил уровень бдительности и ужесточил инструкции в отношении передвижения некоторых правительственных чиновников. Тем временем, катарский телеканал Аль-Джазира сообщает, израильские ВВС нанесли удар по лагерю беженцев Аль-Магази, расположенному в центральной части палестинского анклава. Не менее 5 палестинцев погибли. Кроме того, жертвами новых ударов Цахал по лагерю беженцев Джабалия на севере сектора Газа стали 4 человека. Палестинское агентство ВАФА передает, медицинские учреждения не в состоянии оказывать помощь больным и раненым из-за продолжающихся уже 2 недели усиленных атак израильской армии в северной части сектора Газа. По информации агентства, израильские военные окружили индонезийскую больницу в городе Бейт-Лахия на севере сектора Газа, открывая огонь по всем, кто движется в ее окрестностях. Тем временем, пресс-служба армии обороны Израиля сообщила, что ВВС ликвидировали полевого командира вооруженных отрядов шиитского движения Хезболла в районе Бинт-Джбейл на юге Ливана. Войска продолжают ограниченные, локализованные и целенаправленные рейды против Хезболла на юге Ливана, говорится в заявлении армейского ведомства. Отмечается, что за последние сутки ВВС Израиля нанесли удары по многочисленным складам оружия и пусковым установкам Хезболла.